Студенческий совет Школы экономики и менеджмента – это орган, представляющий интересы студентов, занимающийся контролем качества образования в школе. В 2016 году студенческий совет начал реализацию двух студенческих проектов. Первый из них – проект тьюторства, основная задача которого – адаптация студентов первого курса, помощь во всех сферах учебной и неучебной деятельности. Второй проект называется «Совет старост», основной целью которого является контроль качества образования, а также создание информационно-коммуникационной сети между студентами и администрацией вуза. С целью развития знаний и навыков медиа-области и повышения качества освещения мероприятий был реорганизован студенческий пресс-центр ШЭМ. Студсовет ШЭМ сегодня – это организация, в которой состоит более 150 студентов. Вместе мы – движущая сила развития студенческих объединений в вузе. Всем привет! Мы – организация «Интеллектуальный бэйв ДВФУ». Сейчас мы вам расскажем, каким стал для нас этот 2016 год и что же нас ждет впереди, дальше, в году грядущем. Основная наша деятельность – это организация интеллектуальных игр для студентов в Дальневосточном федеральном университете. С этого года мы запустили турнир интеллектуальных игр различных форматов. Также мы активно сотрудничаем с другими вузами Владивостока. Например, помогаем в организации интеллектуальных игр для Морского государственного университета, проводим игры совместно с ФГУС, расширяем работу вглубь и вширь. Не стоит также забывать про школьников. Мы работаем со школьниками как города, так и края. Так мы начали проводить молодежный кубок мира и первый краевой чемпионат, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. В 2017 году мы будем работать над своей командой, будем развивать все те направления, которые мы имеем, делать их более качественно. Мы считаем, что девизом каждой организации, каждой команды должны быть такие слова. Если с душой делать то, что вам нравится, просто игра превращается в жизнь. Ну, собственно, наш девиз «Ни дня без деятельности», ДВФУ полон событий. И каждый день, конечно, волонтеры являются свидетелями, не только свидетелями, но и главными помощниками во всем этом движении. И, собственно, в этом году мы провели традиционную осеннюю школу подготовки с участием более 500 молодых людей. Но мы на этом не останавливаемся и покоряем новые горизонты. Также провели международную школу подготовки волонтеров, ориентированную на иностранных студентов. Имидж и атмосфера ЦПВ – это люди. Это команда, и нам с ней повезло. Каждый год нашу команду пополняют такие же активные и деятельные люди. И, возможно, наша волонтерская миссия состоит в том, чтобы собой показывать, что нет ничего невозможного. Мы помогаем миру, мир открывается нам. Достижение, вот такой вот пункт, мелким шрифтом, на 10 листов.